Коркинском районе 12-летнюю девочку обвинили в убийстве отчима. Трагедия произошла в поселке Роза. По словам мамы школьницы, между мужчиной и ребенком произошел конфликт. Из-за чего именно они поссорились, пока не установлено. Но девочка решила взять в руки нож и всадила его в грудную клетку мужчины почти по рукоять. В итоге он скончался. Местные гадают, из-за чего могли убить мужчину. Ведь в округе о нем отзывались положительно. Парень был бесконфликтный абсолютно, совершенно. Ну, как мужчина и мужчина. Господи, прости меня, бабник. Что с него взять-то? Ну, было бесконфликтный. Ну, да, он не голод мира, он выпивоха. Но, опять же, если его прижать, он не будет пить. Он работяжка. Он по дому, у него золотые руки. Однако некоторые подозревают, что к убийству могла быть причастна мать девочки, а вину она свалила на ребенка, чтобы избежать наказания. Ведь школьница еще не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности. Ограниченная особа, ну, хабалка, грубо говоря. Единственное мнение тех, кто с ней общался, ну, исключая там ее близких подруг, с кем она вместе пьет, все говорят, хамка, грубиянка, невоздержанная, чуть что в драку, чуть что с кулаками, у нее мат на мать, мат-перемат. На работе с ней не дружили. То, что она сама пьющая, это тоже все говорят, кто знает. Впрочем, как все было на самом деле, уже выясняет Следственный комитет. К делу подключились и социальные органы. С ребенком работает психолог.